Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы играем игру про зомби. Если не ошибаюсь, она называется Ding Licht. Не знаю, что значит. Легкий день. Вот. Давайте посмотрим, что у нас к основному сюжету ведет. Не будем тянуть сибирского кота за пушистые шарики. А отправимся в новое приключение, в новое путешествие. Блин, мне бы на охоту бы еще отправиться бы. На зомбиков. Чтобы их пострелять в ночное время, так сказать, недалеко от хаты. Угу. Так, Крэйн, ты меня слышишь? Джейд? Да, на связи. Что-то не так? Ты поступаешь очень храбро, знаю. Ты хочешь искупить свою вину, ведь Амир умер, спасая тебя. Если не забрать антизину Райса, погибнут люди. Да, ты прав, я встретила Амира сразу после вспышки. Мы были вместе недолго, но он был лучше всех, кого я знала. Я не виню тебя, Амир осознавал риск. Вау, вот это, кстати, что такое? Блин. Я ценю то, что ты делаешь для нас. Когда, ладно, поговорим об этом, когда я вернусь с анестезином. Так, у меня... Подождите, надо основное задание взять. А то что-то по этим повторяемые задания, так, юбилейный туннель, напряжение. Вот напряжение, кстати, это... Ну, давайте к основному заданию. Подождите, я хоть... Ой. Я хоть надо... Так, задание. Все. Убежим на карте. Так, на карте у нас... Ё-моё, как... О, ничего себе, как далеко. Так. Забраться на путепровод и по нему пройти. Либо опять по туннелю шариться. Как проще. Трава. Тут даже трава показана. А что за трава? Она нам для чего-то нужна там? Так. Вот так вот. Пойдемте посмотрим, что за трава здесь. По дороге же. Блин, никто не запрыгнул нахрен. Вот ты калич. Ну, вроде недалеко. Так, почему-то тут никого нету. Что за затишье? Ну, вон кто-то ходит. Берем траву. Что еще, какая травка тут имеется? Давай, бери. Ну, вроде все так. Время к вечеру, надо успеть добежать. Все-таки полкилометра бежать. Так. Ага. На. 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 Бам. Бам! Хрен! Неплохо. Вот так вот с вами и надо поступать. Только что-нибудь хорошее бы приносили бы еще. Да тихо ты! Тебе кто дал рот раскрыть? Ой-ой-ой, зомбятина. Свежая. Налетая, подешевела. Блин. Ладно, бежим дальше. Тут что у нас? Даже не знаю, что там есть такое. Да не вставай! Бам! Давай! Что у нас здесь? Как ты вообще в сарае в этом оказалась?
Ладно, не будем о грустном. Опа. Хоп-хоп. Молодец. Так. Помощь нужна. Подожди. На. 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 Давай, меняй оружие. Так, я тебя спас. Надеюсь, ты мне будешь благодарен. Так, инвентарь переполнен. Так, надо инвентарь разобрать. Что у меня там? Усилитель вынос, пузыре, пиз... кишкодер. Вот газовую трубу точно разберу. Возьму молоток и потом его еще разберу. Так. Молоток. Конечно, разобрать. Берем. Блин. Французский ключ. Разобрать. Так. Молоток. Гвоздодер. Разобрать, так, выбрать, так, улучшить. Нет, разобрать. Так. А, во, еще второй. Тоже беги. Стрелы мне верни. Так. А, вот так денежка зарабатывается, да, значит? Ну, неплохо, неплохо. Так. На. 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 Спокойно. Подожди, я тебе помогу. На. Мне все равно надо боевой опыт добывать. Ты вообще с чем на них охотишься? Бам, две головы за раз. Ничего, нормально так. Подожди. Всю славу себе хочешь забрать? На. Ой, ладно, надо бежать. Только подождите, надо... Подождите. Дубина. Так, надо починить. С. Да. Бежим, 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 бежим. Опа. Еще немного. Опа. Ха. Так, вот и я. На мосту. Так, смотрим, по мосту я... А, вот. А так мог бы и под мостом пролезть. Ну да. Мог бы. Подождите. Хоп. Что-то было? Давайте. Да тихо ты. Спокойно. Так. Вот так. Блин. Туда бежим. Надо слезть. Раньше я хотел сюда залезть. Теперь надо слезть. Так, пожелай мне удачи.
Блин, мне бы безопасную зону. Так, подожди. Отменить. Бежим, потом мне... Мне это как-то и не очень-то сейчас надо. Надо добраться до этого. Don't shoot, don't shoot. Не стреляй, не стреляй. I'm here to see Rice. Так, меня прислал Брейкен. А, подождите, я могу поохотиться. Смотрим. И на! На, да подожди ты. На! На! Ха! Обыскиваем. И на, красавица! Ну подожди ты! Панк, наотмашь. Блин. Как все хорошо получается пока что. Подождите, у меня вот это еще есть. Тоже по зубам дает. На. Бум! Немножко осталось. На! И вот сюда. И вот сюда. На! Так, нехило. Стой! Это мы точно разберем. Больно мне нужна доска с гвоздями. Чуть-чуть надо еще. На. Бак. Даже не знаю, чинить, не чинить такое изделие. Ключ вроде как. Ну давай починим. Мало ли, для каких хрени он нам нужен будет. Великолепный сюрикен. Так. Ладно, у меня коктейль молотова еще есть. Так. Начинает выползать. Так. Ой-ой-ой. Хоп. Не успели, да? Ха-ха. Так. Что-то не понимаю. Так. Как ты к нам попал-то сюда? Никто не почесался даже. Так. Да пошли вы!
Ой. Где вы? Вот кто-то есть. Бумк. Где еще? Так. Вот это подойдет. Подождите, у меня тут стрела где-то была выпущена. Вот и... Хоп! Скрылся. Так, чем бы вас еще порадовать-то, господа? А, подождите, подождите. Навыки. Что у меня тут? Какой навык? Блин. Вот это что? Нанесение одному и тому же врагу нескольких предпоследних ударов усиливает вас каждая атака и помогает при сражении с громилами, разрушителями. Конечно, да, громилы, разрушители, тем более еще даже, может, и встречал таких. Да выпендривался. Надеюсь, они тоже. Хоп. Блин. На. Хоп. Хоп. Ай-яй-яй. На. Да блин. Где еще один? Все? Давай. Блин, блинский, что еще-то можно? Давай, вот здесь что у тебя? Только деньги. Ну ладно, идем. Смотрим, что нам могут предложить. Вечером пришел к вам, да? Сколько же мы с тобой дружим, Осман? Мы друзья уже очень-очень давно, поэтому я весьма удивлен, что ты крадешь у меня. Я тебя раньше не встречал, э? Хорошо, даю тебе выбор, нетрудный, твою правую руку или левую? Левая. Ты имел в виду левую с твоей или моей стороны?
Вот так разборки, блин. Ай-яй-яй. Ты похож на человека из башни, чего тебе надо? Хочу предложить сделку. Сделку, речь об анестезии, да? Парачаня. Так. И что ты предлагаешь взамен? Услуги, верность, беру и то, и то. Возможно? Поговори с Каримом. Он один из нас. Делай, что он скажет, и Раис подумает, не дать ли твоим немного анестезина. Понятно? Ну так, может купить как-нибудь? У меня вряд ли есть выбор. Давай, в общем, ты на него, да? Воздел всю руку. Ох ты, ручки, ножки. Подожди. Днем-то, поди, ты интереснее казнишь. Вау, оружие. Могу я у вас... Хоть с кем-то поговорить могу по поводу оружия? Ну, ребята. Подождите, я отсюда пока не уйду, пока это... Не облазю это. Ни хрена себе. А вы тут в шоколаде живете. Вот это я понимаю, автобус. Только он почему-то настроен на лобовую атаку. Что, вы мертвечину будете таскать на себе? Можно поспать. Ну давай, нет, сначала дела. Поговорим, если уж не договоримся. Поспим и днем все сделаем. А сейчас зайти пока, надо обсудить пока это. Думаю, спать мне здесь не очень-то надо. Да, Муму? Штаб Раиса. Надеюсь, я правильно его называю. Раиса. Женское, мужское имя. Так, поговорите с Раисом. Давай, давай. Отребья из башни. Иди-ка ты нахрен. Отребья, я по крайней мере... Вот. Наконец-то, Раис говорил о тебе. Я Карим. Крейн. Американец. У меня там дядя живет в Техасе. Ты из Техаса, ковбой? Я из Чикаго. Ладно, Аль Капоне будет держать связь по радио. Так я буду уверен, что ты пойдешь куда надо. А куда конкретно? Надо подняться на антенную вышку и включить FM-модуляторы. Мои ребята либо тормозят, либо жирные, либо слишком пьяные, чтобы залезть на такую вышку и не сломать шею. А если я это сделаю, то получу антизин. Это между тобой и Раисом. Я за него говорить не буду, ты только не облажайся. Он плохо переносит разочарование. Да мы уж видели, как он переносит разочарование. Куда бы мне... Так, лыжи навострить. У тебя же что-то... А, нет, подождите, не у него покупать. Барыга! Так. Грубый клевец. Нет, это мне не надо. Короткий рыбацкий молот, каменщика нет. Химикаты, жестянка, аэрозоль. Вот аэрозоль возьму. Продать, выкупить. Ну, у меня вроде еще... Вот дай-ка мне вот... А кто тут еще у нас есть? Так. Вот такой-то ножичек-то, да, мне бы пригодился. Пойдемте. Спать на улице будем, да, трущобы. Договор с Раисом. Я познакомился с парнем по имени Камир. Карим. И я познакомился с парнем по имени Карим. Так, время у меня сколько? 4 утра, скоро рассвет. Кто-то руку сожрал. Выбора нет. А вот далеко мне идти придется, нет? Ой-ой-ой. Ну-ка, давайте посмотрим.
Мне надо. Вот так. Сойдет? Блин, еще надо. Так. На. Так. Бум. Вот он. Хлопец. Давай. Подожди. Бум. Все. Бум. Погоня отстала. Да сейчас погоня отстала. Приговорил я их просто. Так. Надо все собрать. Тихо. Так. Куда ты рыло мочишь, дебил? Нет. Ой. Стрелы, стрелы мне нужны. Да подшло ты нахрен. Ой. А, так тут недалеко, да? Ладно. А куда мне тут? Наверх этого вагона? Давай, давай. Вот так. Крейн. Крейн. Доложи, я видел Раиса без запросов. Он и есть Сулейман. Явный психопат, когда-то жестокий политик. Теперь главарь боевиков. Он знает, что ты работаешь на нас? Он думает, что я из башни. За антизин он требует от меня беспрекословного подчинения. Понятно, выполняй все его поручения. Помни, нам нужен тот файл. Хорошо. Конец связи. Почему так все серым становится? Так, это к чему у меня? Есть у меня, нет навыки? Нету. Так, 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 так. А, вот, здравствуй. Какой же ты у нас... Бойк, я с чем ты шел? В инвентаре нет места, так. Ржавый, конечно, разобрать. Подожди. Какая нахрен записка? Куда это я нажал? Задание, карта, инвентарь. Коллекции. Коллекции. Ну и хрен с этими коллекциями. Статуи, какие-то флаги. Ах!
Да я тебя даже и не видел, честно тебе скажу. Эль Капоне, ты готов? Что конкретно делать? Радиосвязь в зоне карантина работает только местами. Эти модуляторы... Сигналы, так. На радиосвязь. Это благо для всех, но только не для Раис. Возможно, император должен держать руки на пульсе или что там. Блин. Помочь тебе, да? Вау, вот это вот у меня не было. Подожди. На. Буф. Да подожди ты. На. Нет. Да вот не тебя я хотел. Ой, не тебя. На. Подожди. Да уйди. На. Да вот как ты-то попадаешь? Спокойно. Да уйди ты. Пошли нахрен. Бам. На. Не добросил. Ну давай, давай, давай. Нет, не умерла. Бак, 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 бак. Так. Тихо. Дайте ко мне вот это. Инвентарь полон, да, конечно. Все. Основное взяли. Тут еще взорвать это можно дело, ладно. Домики красные, я не знаю, там поди освобождать можно их. И жить. На. На. Так. Что у нас? Блин. Как будто по России бегаем. А вон еще один. Двое даже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А меня вы можете, да? Или не можете? Подожди. Так. Ум. Так, ладно. На. Фу.
Вот неплохо. Ой, я даже не знаю, у этого урон какой. Лучше уж я так, по старинке. Так, надо что-то мне... что-то так, ракета, пузырез, кишкодер. Вот, пора с тобой, наверное, распрощаться. Я же когда-то тебя создал, я тебя и убил, так скажем. Так, а мне все равно... Ой, вот сюда надо. Ну и... Что делать-то надо? А, к следующему, ладно. Это нормально, это мы можем. Только подожди. Так, если питание отключено, надо что-то сделать. Блин, не успел прочитать. Траву искал. Подожди. Не спеши. Подожди, вон туда давай, двигай. Ой, какие же вы все-таки. Опа. Нет, все-таки, мне кажется, что-то не доделал. Так. На. Один выстрел, один труп. На. Да откуда вы вылазите-то? Так, а что мне еще-то не жалко? Горючая жидкость. Она, нет, она мне нужна. Электропроводящая жидкость. Ракета. Коктейль Молотова. Блин, все надо. Ладно, потом. Все потом. Кто? Кто там? Давай. Ой, это кто такой? Что за черт? Кислотой блюется. Because this fucked up infected motherfucker with guts hanging out of his mouth just spit a bunch of toxic snot at me. Not a bad reason. На. Ну и что ты у нас? Подожди, подожди. Где-то есть. Тихое такое средство. Вау, с крыши аж смело. Тихое средство мое. Гори, гори. Ну, неплохо, я думаю. Бам. Пороху навел. Я не понял. Тебе не нравится политика моя? Да. Так. Тебе где-то моя стрела должна быть. Отойди. И давай. Да, уйди. На. Блин, блински. Пошел отсюда. Вон туда давай.
Вот так. Включаем. The power's fucking on. Good. Now head up to the top. А как? Открыл. Ради чего? Взлом трудно. Блин. Ради чего рискую-то здесь? Так. Подожди. Получилось. Трудно. Вот. Фу ты, я-то думал, что-то стоящее, что-то хорошенькое. Давай, 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 поднимайся. Ой, я починить, подождите, это... У вас есть улучшение, так. Выберите оружие, нажав, чтобы улучшить его. Хорошо. Ну, так, инвентарь. Вот это мне надо починить. Так. А теперь улучшение. Ну давай, вот, улучшим. Крестоносец. Это чего такое? Прочность, обращение. А где этот мод взял? Или это... Короче, это какой-то это... Надо подбирать улучшение еще. Или завоевывать, или чего там еще с ними делать надо, как их получать, не знаю. Откуда-то появился, видимо, взломал. Хопа. Давай. Давай наверх, на самое. Почему вот это все разрушено и нельзя, вот как это, снайпер 3 там какой... Который призрак там ночной, волк, не знаю, кто он там. Просто залез и все. Полезли. Блин, а как? Давай. Ползи. Еще немножко. Вот чем-то на Tomb Raider, да, похоже? Согласитесь? Также она лазила по выступам, да по уступам. Давай. Я вот слышу, еще кто-то там есть. Кабеля. Так, мне еще выше. Господи. Эй. Ну ни хрена себе, сказал я себе. И как мне быть? Хоп. Хоп. Да, блин, блинский. Тихо, 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 тихо. Так, поднимаемся заново.
Еще. Блин. Так-то нифига с этой вышки-то потом так же слазить придется. Единственное, что утешает, то, что он хоть цепляется, этот тварь, за все подряд. Давай. Хоп, прыжок, фу. Блинский, подождите, надо перевести дух, блин, вместе с ним и каю тут. Так. А мне еще выше. Ага, тут как-то он сам ползет, как по ступенькам лезет. Посмотрите, как прекрасна наша саванна с высоты птичьего полета. Кстати, машины, смотрите, ни машин, ни пробок, ничего не указано, ничего. Пошел отсюда! У меня такое чувство, что он для этого здесь и стоял. Ага, спуститься будет легче. Так, понятненько. Давай. Блин. Вот сейчас неконтролируемо и вниз. Ва! И ушел. Так. Тут кто-то уже раскрутил. Ладно, иди к следующей вышке, это недалеко. Давай. Так. Хватайся за трос. Так я от этого собирался сделать. Вы что, думаете, что я действительно там? Так. Недалеко. Ну раз недалеко, сходим. Та-тап-та-тап-тап. Вот сюда. Оп. Та-тап-та-тап-тап. Не будем. Как я уже в самом начале говорил, не будем тянуть северного кота за пушистые шарики. Давай, разойдись, честной народ. Негр склиз мое идет. Ой. Ну тебе же сказали, негр склизму идет. На! На! Ой, дурные вы все. Уйду я от вас. Так. Так, второй передатчик тоже сломан. Так. Будешь делать, если огорчишь Раиса, ответь почти очевиден. Умрешь в страшных муках. Подожди, а... А я-то тут каким боком, что... Так, ну можно-то и наверх, и туда подниматься все время, и выше, и выше, и выше. А можно пунк. Ой. Я это возьму. До свидания. Счастливо оставаться. Ой. А я вот тебя когда-то видел. И знаешь, что я понял? У тебя там взрывной баллон на спине. Так, ладно. Вот не до вас мне сейчас. Так, ну-ка дай-ка я тебя... Блин. На. Бам. Здорово, да? Так, кто-то там проснулся, что ли? Так, это что у нас? Это безопасная зона? Так, огорожено хорошо так. Ну и как он там живется-то? За стенами. Блин, поймешь, ладно.
сюда, сюда. Блин, блинский, куда вы меня тащите? Это, подожди, это вон там какая вышка недалеко? А, вот и это недалеко вышка. Давай, давай, давай. Оп, оп. Оп, оп. Ну да, это действительно по меркам, может быть, игры и недалеко, но в реальности это очень даже далековато. Так, что у нас здесь? Крим, I'm at the second antenna tower. And the fence is electrified. Ага. Тут забор под напряжением, думаю, внутри кто-то есть. А может его сын Кристоф, они меня напрягают. Это Алексей, и может его сын Кристоф, так. Тебе надо зайти внутрь и включить передатчик. Блин. Так, надо мне, получается, как-то перелезть это, да? Что у нас тут? Блин, блин, блин. Что уже делать, как... А, вот, специально вот сделано. Так, какой сюрприз меня здесь может ожидать? Это кто? Так. Ой-ой-ой. На. Хоп. Мне надо подняться. Это еще зачем? Это его приказ. Раиса. Раис, ты не похож на его молодчиков. Тогда я звоню Раису и говорю, что ты меня не впустил. Что? Черт, я этого не говорил. Хочешь подняться? Ладно, ну же, ну же. Ну же, ну же. Сразу что-то, блин, руки, да, у тебя? Чё ты? О чем вы говорите? Почему меня... А, блин, я не могу, да, слышать? Так, ладно. Ага. Блин, да, блин, как? Блин, стоять. Почему ты не зацепился-то? Везде, главное, хватался, цеплялся, а тут тварь. 600 очков. Блин, я даже не знаю, где, даже не знаю, где они. В навыках, наверное, теряются, нет? Уровень выживаемости, наверное, вот отсюда, наверное, берется, нет? Откуда они? Блин, блинский. Да почему ты не хватаешься-то? Я не понимаю. Может, я как-то не так делаю? Ну, хватайся. Блин, я еще спать лег. Зачем? Нахрена? Утро же. А, ну смотрите-ка, эти поднял в жизни. Ладно. Так. Бля. Как тут быть? Так, это под напряжением.
Бежим сюда. Сюда. Хоп! Да как так-то? Так. Еще раз пьем. Поднимаемся. Давай сюда. Так, перепрыгнуть, перепрыгнуть. Значит, за это он хрен не схватится. О, нашел. Сначала-то я не видел. Вот, нашел. И ведь не скажет ни хрена. Как это? Блин, блинский. Хоп. Хоп. Сюда. Лезем, лезем, лезем. Уже хорошо. Эта штука закрыта. Надо прыжок вон и за оттуда хвататься, да? Так, только прыжок-то надо сделать какой-то грамотный. Хоп! Вот так. Куда мне еще выше? Еще выше. Блин, блинский. Вот вроде, вот с человеческой-то посмотреть, по сетке-то легче лезть, чем вот так вот карабкаться. Надеюсь, я не зря карабкаюсь. Я вот тут тоже надеюсь не зря. Так, сетка обрывается, как я вижу. Фух, блин. Ага, какая... Куда ты собрался? Подожди. Так. Ну давай. Куда это я упал? Блин, блински. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как ай-яй-яй? Прямо ай-яй-яй. Блин, блински. Как вот такое вообще? Нарочно не придумаешь. Это для каких-то извращенцев. Почему ты не схватился? Я не понял. Ты должен был схватиться. Вот. Блин, ты какой-то странный. То хватаешься, то не хватаешься. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Хоп. Вот почему ты встал? Вот ты должен перекарабкаться, но почему-то первый-то раз ты не карабкался. Вот так. Блин, ты меня пугаешь, извращуга. Давай. Немножечко осталось, чуть-чуть. Самую капельку. И где-то здесь, нет? Перелез. Ну блин. А какого хрена вы тут делаете тогда так, чтобы я перелез это все дело? Так. Используем, посмотрим, стоит ли на того. Конец второй передатчик, пусти, как он работает? Карим, как слышишь?
Громко и четко. Молодцом. Дорогу назад помнишь? Помню. Так, вы получили новый наряд. Проверьте свой тайник. Вот даже не знаю, стоит ли оно того. Да, давай. Охо-хо-хо-хо-шики-хо-хо. Что у нас по времени-то? Ну, эти большие монстры и упыри в огромных количествах-то ушли. Так, а вот теперь... Подожди. А вот задание, напряжение, так, это вот... Давайте вот так сделаем. Потому что мне все равно приблизительно в ту сторону. На. На. Подожди. Вот так. Бам. Извиняй, парниша. Мне не до этого. Вот какая-то змея двигается там. Тихо. А, ты там сидишь, за решеткой просто. Тысяча еще к чему-то, а ух ты. А награда будет? Блин, блински. Тебе повезло, что я здесь. Так. Перезапустить одну станцию, перезапустить другую станцию. Но это побочные миссии, не обязательно. Подождите. Не пяльтесь на меня тут, не зарьтесь. А, это вход в безопасную зону. А что-то мне может поменяться. Полицейская дубинка, тяжелый топор дровосека. Ну, может быть, подожди. Так, это... Давайте посмотрим, что у него можно взять. Так, вот простой молот. Тяжелый топор до от полицейской дубинки. У меня вроде как была одна. И так, составная бита. Тяжелый топор, я даже не знаю, простой молот, нож, крюк. Ну вот нож, крюк, я даже не знаю, ну нож, крюк тоже можно взять. Так, а что у меня тут-то? Задание, да? Дополнительно нет. Мне пока ничего не надо, никаких дополнительных заданий. Хоп! Эй, хоп! Подожди-ка. Где-то у меня тут... Вот оно. На! Неплохо. Идем. Так, у меня хоть задание-то не пропало. Напряжение. Там еще какой-то стрелок, правда. Подожди. Я что-то пропустил. Да уйди. Вот здесь вот где-то перезапустить. А, вот в этом помещении. Вверх, 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 вверх. Вот так. Вначале вроде сложно было. Теперь не очень. Так, управление, повторяю, выключатель, как ты перезапустишь систему. Так. Давай. Хопа. Так, хорошо, ты...
которая подстанцию сделать. Хорошо. Хоп. Эй, хоп. На. Хопа. Да размечтались. Ой, он за мной бежит даже. Встретить его, что ли? На. Блин, дольше бежал, дебил. Какой-то, фу, желтый, гнилой уже. Хоп. Блин, а чё вас так много-то здесь? Почему вас так много, я спросил. На. Хоп. Хоп. Куда? Блин, какой-то... Море. Где отдыхать будешь? На море. А, вот сюда мне. На. Ой, какой-то ты токсичный, я тебя боюсь. Да. На. Раздави его. Подожди-ка. На. Еще разок. На. Вот и все. Так, а что с тебя с токсичного-то взять? Ну вставай давай. Так. Открыли. Взяли, что надо. Блин, чуть не пропустил батарейки, ладно. Дополнительное задание сделано. Так, бегать с тобой на перегонки. Ну я даже не знаю, стоит, не стоит. Один раз попробовал, что-то не впечатлило. Или попробовать все-таки. На. 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 Вот так вот тебе. Я что-то не понял, что первый сорт, второй сорт. Ну-ка. На. Тебе вот не все равно, кого жрать. Блин, блински, как вы меня задолбали. Так, мне что-то нажать здесь надо или что? Ну давай. Так, серии так, паркур. Понятно, так, подожди. Паркур, так, набор навыков. План для проверки ваших навыков. Паркур. Давайте попробуем. Хоп. Где? Давай, давай. Блин. Так. Вау, тут ни хрена, сколько надо-то их. Если маршрут, то не знаешь. Хрен ты так добежишь. Так. Не видно же ни хрена, куда бежать. Ой.
Так. Да подождите вы. Не успел, ну и хрен с ним. Идем, подождите, к основному заданию. Задание. Так, а напряжение, что? Идите к центральной станции. А, еще не доделали. Хорошо, давай. А далеко идти-то? Ой. Прилично. Подождите, у меня тут где-то растение. Наоборот, и жопа к ним встал. Да уйдите вы. Так. 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 Ну, думаю, пока хватит. А, так недалеко всего лишь-то. Просто спрятана она. Так. Вот на этом испытаем. Прыжок. Удар двумя ногами. Груз отобрали. Ну и бог с тобой, с этим грузом. Куда? I'm at the main station, Alfie. Так. You've got to find the main panel. Ой. It's in one of the buildings. Так. Да стой! Тихо! На! Так. А кого там могло задеть, нет? Подождите, подождите. Да иди в огонь. Блин, 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 блин. Уйди от меня. Пошла вон. Подожди. Блин. Что у меня тут есть? Так. Нет, нет, нет. Лук. На. Нормально. А, кратковременно, да? На. Неубиваемо. Да.
Блин, ни хрена, во сколько здесь? Да. Да. Еще? Кто еще? Горишь? Так, а что надо сделать-то? Давайте посмотрим задание. Так, напряжение. Так, после той работы для Спайка свет на электростанции. Опять так. Ночью найдите главный пульт и включите автомат. Ночью? Да ты, видимо, шутишь. Почему ночью-то? Блин, близкий. Ой, подождите, подождите. Ну, неплохо, неплохо так, навыки. Ой, это что у меня? Пинок. Ну так, прикончите лежащего врага, наступив ему на голову. Вот прием можно избавить от зараженных, штурмующих вашу платформу. Чтобы использовать, нажмите U, стоя над врагом. Давай. Неплохо. Тут я, кстати, где-то еще так навыки видел. Где они? А, назад. Так, это что-то у нас с исследованием связано. Так, необходимый. Так, сюрикены с особым эффектом. Это что... Необходимый, так, пассивный навык. Научитесь использовать пространство рюкзака с умом. Получите еще 6 ячеек для оружия. Давай. Ну я что, виноват, что вы сами жаритесь там? Ой, дятлы. Так, надо починить вот это. Так, починить. А, его нельзя чинить больше. Блин, ладно. На. На. Так, ладно, выбегаем. Ой. Блин. Бом. Бу. Ни хрена себе ночью найти тут пульт. На. На. Подожди-ка. На. Да уйди. На. На. Блин. Почему вы все кусаться-то лезете? Вот мой новый навык. На. А, вы появляетесь. Все, понял. Вы тут неубиваемые. Да стой.
Идите-ка вы нахрен. Так, где у меня задание? Сваливаем отсюда. Блин, надо что-то новое будет мастерить. Главное сейчас успеть дотянуть. Ладно, чем отмахиваться-то у меня есть. Я вроде как хрень какую-то собирал там. Так, 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 только не бейте меня, не кусайте меня, я пока хороший. Вот сейчас я на вашей стороне практически. Так, ну-ка надо посмотреть. Ой. Зелье выносливости. Что-то я вроде как... Или просто в чертежах оно есть. Как это сотворить? Да, уйди. На. Уйди. Подожди. Вот так. Ой-ой-ой. Вы находитесь рядом. На. С чем рядом я? Рахим? Брэкен мне рассказал, теперь звук кристально чистый. Давай, давай. Блин, это всем нам поможет. Так, они впервые за все время слышат друг друга без помех. Оп. Блин, беги. Спасибо всем, что помогаете мне сегодня бежать быстрее. Хоп, хей, хоп. Так. Поверху еще, пока поверху. И... На. Нормально так. Сюда. Тихо, тихо. Хоп, хоп. Да, идите вы. Ой-ой-ой-ой. Ну-ка подожди-ка. Так, ладно, как тебя зовут? Джой, да, говоришь? На. Что у меня есть? Для вас. На. Так. Я надеюсь, вы читаете, потому что я тут отстреливаюсь. И мне сейчас никак не почитать. Да на. На. Ни к чему не обязывает, да? На. Туда. Подождите-ка. У нас еще вот здесь есть. На. Бум. Бум. Вау! Да тихо вы! На! Вау, подожди! Я успел! Вот, да выпендривался. Ладно, хрен с вами. Пойдемте доложимся, что мы все сделали. Штаб Раиса. Все закончил. Самое время вернуться к Раису и забрать Антезин. Блин, ночью я туда не хочу идти. Там видели сколько? Там днем-то столько, а ночью-то еще больше. Так-так, ты не только выполнил задание, Карима, ты еще и вернулся целым. Браво!
Могу я забрать антезин? Ты думаешь, меня так легко удовлетворить? Тебе еще надо много чего доказать. Нам нужно это лекарство. Дай мне его сейчас, а потом я вернусь и сделаю все, что скажешь. Ты получишь антезин, когда скажу я, и не секундой раньше. Но как ты уже мог убедиться, я не требую невозможного. Делай, что я тебе скажу, и получишь не один, а целых два ящика антезина. Ну, это меня тоже устраивает. Ладно, что ты от меня хочешь? Это будет немного отличаться от твоего задания с антеннами. Потребуется чуть больше убедительности. Подчинить своей воле и играть по своим правилам, так поступает мужчина. Ты играешь по своим правилам, Кейн? Или ты лишь марионетка? Думаю, я знаю ответ. Ты ни хрена ты не знаешь. Поговори с Каримом, пока я не решил, что с тобой не стоит возиться. Так, хорошо. Ну, отойди и пошел нахрен. А, не здесь, да? Так. А, дружок, знаешь, ты явно нравишься Раису. Да ну. Иначе бы ты уже умер. Твое задание очень простое. Нужно собрать дань с пары последних поселений поблизости. Каких? Первый пункт — мастерская Джафара, он к востоку отсюда. Но учти, не все твои собеседники будут в настроении сотрудничать, но ты сможешь убедить их, правда? Ну, думаю, да, чё. Блин, ты меня делаешь просто выше баллы. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем.